Во вторник в Самарской области переменная облачность, плюс 28 днем, ночью 18 выше нуля. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. В Сызрани ясно. В дневное время плюс 30, ночью плюс 19. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Тольятти ясно. Днем плюс 29, ночью плюс 22 градуса. Северо-западный ветер 2-6 метров в секунду. В Самаре ясно. Днем плюс 29, ночью 19 с плюсом. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Температура воды в реке Волга плюс 19 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.